Ну что, Нейт? Нейт, на Нейт сейчас посмотрим, как у нас каточки пойдут. Блин, 100 лет на Нейт не играл, на самом деле, но новый скин просто огонь. У меня нет специальной эмоции, нет. Очень классная. У нас будет бака просто по КД гангат чат, я вас уверяю. Эвакью называется. Холи, я забуду, скорее всего. Ты можешь мне ВКонтакте скинуть, я послушаю. Просто видишь, как по поводу авторских прав и музыки. Он-то может и не заявит, но его партнерская программа может заявить, если он есть на Ютубе со своими треками. Блин, ну классный скин. Нам нужно музыку потише сделать, да? Я игру толком не слышу. Че попал, блядь? Ну давайте, блядь. Ну чё, гангеры? Да ёб твое масло. Давай, давай, давай. Чё, обосрался опять? Здорово. Здорово. У-у-у-у. Хорош. ВК долго искать, братан. Восклицательный знак ВК. Хорош. Wait. А чё wait-то? Я надеюсь, ты хилку качнул, брат. Ох, какая ловушка красивая. Очень прикольно, мне нравится. Что у меня за этот? А он охренеть как катает, хорошо. Не забывайте про прыжок, очень много урона наносит. Как мы их просто... Ой-ой-ой, как вкусненько-то, да? Не, не каждый раз. Не каждый раз. Бедный Кернон первого уровня. Сюда, к ловушке можешь притянуть? Я далеко пошел. Я пустил фермер. Хорош, хорош. Это минус. Матемахом. Хорош. Я сейчас этому накидаю в голову. Просто жесть, мы просто изнасиловали дуо в нулину в такую. Но если бы... Не переживай, братан. Найн. Бери, бери, брат. Okay. Пол тавера. Третья минута, пол тавера. 5-1. 4-0. Сильван Боженко. Сильван очень хорошо стреляет. Блин, какая музыка крутая. А
А где Арес? Здесь я урон нанес. Мне ассист не прилетел, не нанес. Ой, больно, брат. Yes, case lost. Хорош, хорош. Мне нравится этот Сильванас. Хорош, хорош. Дабл килл. Как делать отмену автоатаки? Отмену автоатаки? В смысле? Тебя Великс поблагодарил? Nice ult, Nate. Not an issue. Не нажимай на мышку. Ну да, типа, да, как, ну это странный вопрос. Enemy missing left. Ultimate is ready. Be careful, middle. Be careful, middle. Seek its heart. Now the bombs. Как я люблю за Нейт играть. Иногда. Да не, я шучу, не слушайте это. А то сейчас скажете, ну ты же говорила, она слабая. Давай. Давай, давай, давай. У меня урона чуть-чуть побольше, брат. Пошел до пенде пари. А, бака. Бака ко мне пойдет, да? Меня прям бесит то, что она переключается вот таким вот методом. Я умру сейчас. Меня Бакасура убьет, чекайте. Способность отменить на правую кнопку мыши. Ладно, все равно нормально. Давай, Великс, братан. О, так Йози единичку и бахни в него. Или я его ультану. Нет, подсвети, подсвети его. Подсвети, друг, подсвети, пожалуйста. Подсвети, дай хоть килл со стилю. Ну. Ну что, он же ж не мог уйти уже. Хорош, хорош. Лол, сам говоришь, но все равно лезешь. Честно. Но я просто сейчас уверен в своих силах, понимаешь? Слишком... Он седьмого левела уже... Вот как смайт работает, чат? Вот скажи мне, как смайт работает? 6-1-1 у меня. 6-1-1. Кирнун? Кирнун. А, 0-3-1. Он такого же левела, как я. У меня есть такое ощущение, что после сбора трансценденса замедляется автоатака. Есть такое? Ну, вообще, возможно такое? Ну, рили. Чисто по ощущениям. А зачем я нажал этот? Я думал, он ворвется. Ну, брат. Я труп.
Ничего не могу сделать с этим. Твоя помощь в убийстве неплохо поспособствовала. Ну слушай, не настолько же, братан. Хорош, хорош. Дабл килл. Нужно помочь Авелик срочно. Да я, блин, опять не успел ультануть. Давай будем бомбить. Нет, нет. 82 человека, охранять, ребят. Всем привет, привет. Чат молчаливый, да нельзя. Давайте пообщаемся. Как вам новый скин на Нейт? Выглядит он просто огненно. Звук такой. Не давай. О, все ясно. На дивизионе люди активнее были, все ясно, чат. Ладно. Ну и ладно. Destroyed has enemy tower. А скин классный, скин охрененный просто. Реально, для бесплатного скина это просто огонь. Миксеровский кабракан не будет таким крутым, как вот этот Нейт. Как долго стримингом занимаешься? Слушай, активно, наверное, около года. Но так как стримлю не самую популярную игру, развивается все максимально долго. Ну, как ты видишь. Занят. Тихо, крипчики, не бейте. You and me. Бесплатно, как его получить? Это за Twitch Prime, калачик. Это за Twitch Prime скин, прикинь. Уже второй. То есть первый охрененный был на Артура. Охрененный Twitch Prime-овский скин. Теперь вот этот за Nate. Так, а чё фу-то? Он охрененно выглядит. Бан за молчание дам, конечно, зачем не дам. Попал бы, убил. Как же он этот отходит, а? Ауч! Гидру? Да не знаю. Вообще нет. Думал пробивание какое-нибудь сразу взять. Можно попробовать. Хош? Как быстро фармить кристаллы? А там всего один способ, грубо говоря. Заходишь, типа... Блин. Бало. За заходы в игру и все. Дробилку бери. Так, и я думаю, что дробилка. Так, захватил ты меня, так. Так, захватил ты меня снова. Ульт будет? Здорово, Вилл. Ну это ты долго спишь, братан, а не я рано запускаю. Слышь, ты крутой человек, слышь? Спасибо.
Кто будет в следующей катке, не знаю, смотря какая роль выпадет. Посмотрим. Гидра делает. Ну давай гидру. Хочешь гидру? Давай гидру, братан. Все для вас. Как она там называется правильно? Давай, плач гидры. Сколько часиков смайте? Слушай, ну, я примерно предполагаю, что около 5000. Steam показывает трешку. Game Guru показывает уже около трешки, но у меня был целый сезон закрыт. Закрыта статистика. Держишь скилл на 500, потом следом крытуешь 1100. Но в кого-то я там дал. Арес. Jetzt geht's los. Attack the Gold Fury. Только после скилла попасть. Ну понятно, да, нужно дать скилл и сразу юзнуть этот. Здорово, Паш, спасибо, спасибо. Нужно помочь нашему братану Топичу. Охренеть, там плюшка прилетает. Слушай, мне не нравится, типа, ты про Тину говоришь? Комментатор Тина, мне он не нравится. Суббота плей, здорово. Окей, 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 окей. Что, 5К? Да, 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 да. 5К часов. Ultimate is ready. Бразильский. Видите, что делает хороший саппорт? Сильванус просто... Мы с Сильванусом охренеть как линию просто натянули в такую нулину. Почему гидру? Просто ребят посоветовали. Говорят, возьми гидру. Я такой, блин, ну ребят, какая гидра? Они такие, да возьми гидру. Я такой, ну ладно, и взял. А, я понял, суббота. Я думал, ты еще раз поздоровался, я же поэтому и переспросил, думаю, что такое. Мне нужно попасть станом и сразу, типа, с этой. С автоатаки. Я не хотел сначала стилить, а потом увидел то, что он не убивает ее. Бло. Это скин у сундука, это скин за Twitch Prime, ребята, он просто охеренно выглядит. Ну я ж попал! Хорош, хорош, брат, хорош, сел. So I'm crazy. Блин, я бы ее убил. Дал атаку, брат. Дал атаку. Хорош, хорош.
Не, ну автоатака-то переделана. Что еще надо? Ну, Арес умрет. У нее ж только был ульт, алло. Ну это я как бы не увидел его, если честно. Я не понял, как он зашел так за спину на Крисюндра. Аси, да, да, это мой любимый артефакт. Восемьдесят пять человек охраняет, ребят, всем привет. Я надеюсь, вы там лайки ставите на ютубе и подписулечку бы оформить, вообще было бы знатно, знаете. А то что-то подписки не пролетают, я так смотрю. На миксер кучу людей подписалось, правда. Слушай, Стилхаус. А, ну ты у народа спрашиваешь, ладно, спрашиваю. Pushing my limits. О, так ты, наверное, рад, как никто на Умасе. Да, да. Арт, тоже отвечай. Ну, слушай, Нейт, конечно, больше в обилке. Вот в урон с руки, как я даже не знаю. Я поэтому гидру купил, потому что это неплохая идея собрать... собрать ее вот в такой урон, типа с плюшки, знаешь, одну плюшку дал и убил. Какое мы комбо сейчас бахнули, просто волшебно. Вот тут и отхилился. Пробуй восстановить, какайсик, пробуй. И, кстати, если замучишь Twitch Prime, я жду, еще жду подписули-то платный, брат. Спасибо за подписку. Все, я ульт потратил, значит я и должен был убить, правильно? Логично. Да не могу я с авторскими правами, ребят, музыку включать. Что за топорики? Какие еще топ... Ой, блядь, чат посмотрел. Бабуэс чуть не убил меня. Айси, включись, пожалуйста. Включи пассивку, брат. Спасибо. Хорош, брат. Как ты играешь просто, господ бог. Это лучший Сильванус, наверное. Сильванус! Господи, вы видели? Какой Сильванус крутой, а еще жесть. Бля, мы сейчас... А, я гемы потратил. Хотел, кстати, я ему подарок отправлю сейчас. Блин, бло. Охрененно, чувак отыгрывает, просто мне очень нравится на самом деле. Лови его. Чуть не умер я. Отпрыгнуть-то уже не смог. Да-то минус жало, лул. Сейчас увидите, что будет. Выходит, это чисто для комбо на плюс автотак. Ну, типа того. Пока ж потом сборку на Сильванус. Чекайте, ребят. Топовый Сильванус собирает вот так вот все. Все, я думаю, вы увидели максимально. Don't trip.
Ай, блядь, одного выстрела не хватило. Братан, чисто добил, ну ладно. Спасибо, да не за что, дядь. Он даже хавать его не стал, правильно сделал. Нельзя брезговать ультимативной способностью. Как бы лучше в одного ворваться и убить, но иной раз. Иной раз. Блин, ну тут понятно, что он его бы просто убил. И да, иногда с ульты начинает. Много кто с ульты начинает. Если один на один дерешься. Да дело не в сборке, сборка ситуативна. Он отыгрывает как, блядь, гребаный император, да. Сильван уже начинает подгорать. Но мы, правда, очень долго играем с ними, возимся. Просто непонятно, по какой причине. Тебе тиммейты топовые. Да, они все топовые, да. Не-не-не-не-не-не-не-не, дядь. Нет-нет-нет-нет-нет. Так, так, так. Я же не умру. Вот. Ну что он состилил сейчас? Много одна ловушка даст хп? 200 хп. В ловушку, мне кажется, она просто распилит ее. Да взрываю уже. Хорошо, да? Не брезгуйте ультой на нейт, ребят. Помогайте другим. Если хотите побеждать. Не убивать, а побеждать. Это две разные вещи, ребят. Хорош, хорош, команда вообще хорош. Топ-тивейты выиграли бой. Алло, 12-4 у меня. Баунс! Хорошая катка, заслужит лайка вашего. Давайте, ребят, прямо сейчас.